завязал сюда! Фукин сын выбил мне зуб! Что? Герцог, ничего не понимаю. Не трать зря силы. Оставь меня, долбаные утопцы. Тут бы пригодился ведьмак. Очень смешно. Если я отдам тебе деньги, ты оставишь меня в покое? Нет, я хочу убедиться, что это наша последняя встреча. И что? Догнал? Деньги у тебя? Да. А что с герцогом? Ты его прикончил? Да. И очень хорошо. Ну, Геральт, ты что предпочитаешь? Деньги или карты? Без тебя я бы не справился, так что ты выбирай. Если хочешь наличные, не вопрос. Я за час найду другого покупателя. Я бы, пожалуй, взял карты. И очень хорошо. Тогда я сразу могу идти с деньгами к королю нищих. Вот он, удивится. Удачи. Спасибо, Геральт. И помни, Сом — король Понтера.
Во имя вечного огня! Стража! Ну, ты меня и напугал. Целый день двери не закрываются. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить? Да, Геральт? Посмотри, что я раздобыл. Идем. Надо его расколдовать. Думаю, это солдат. Сейчас увидим. Идем. Я знаю одно спокойное место, где у стен нет ушей. Все готово. За работу. Давай попробуем расколдовать этого солдата. Я могу тебе как-нибудь помочь? Да. Стой тихо и не отвлекай меня. Инна ланда онна арайс! Фердер! Энзер Херцаер! Во эразинде! Вэнэй хихэдэ. Эссэ пунт. Кто ты? Что последнее ты помнишь? Я помню холм. Шел бой. Я вез приказы. Там была чародейка. Рыжеволосая. Она наложила какое-то заклятие. Правый фланг должен был вступить в бой. Ударить по щитникам. Правый фланг не ударил. А чародейкой была Лита Нейт по прозвищу Коралл. Я тоже там была. Это было очень давно. Шайсере. У тебя нет сил, так всегда бывает после артефактной компрессии. Тебе надо отдохнуть. Это верно. Когда придешь в себя, найди посла Варатри. Он тебе поможет. Удачи. Это было любопытно. И утомительно. Ах, сейчас бы упасть в кровать и спать до упору.